Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это ж кормовский трего. А мне семечек. А мне. Ребята, здравствуйте. С вами расхититель мусорных баков. Обязательно поставьте лайк и приятного просмотра, ребят. Надеюсь, сегодня помоечка круто порадует. И мы очень сильно насладимся находками с помойки. О, первая находка, техническое серебро. Релейный блок с серебряными контактами. В принципе, такое можно не брать. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Потому что разделывать... Это что такое? О, ебать! Дим, с днем учителя. Прикинь. Ты посмотри, что у меня тут такое. Что это? Серебряные контактики на рейном блоке. Показал. Камеру. Я показал. Серебряные контакты, ребята, финаж. Кто знал? Вот это, там содержится серебро. Дима в этом специалист. О. А я специалист. Плавки. Том, чтобы показать вам вот это. С днем учителя. Смотри, ларахаты лукумы. А, ну смотри, все в червях. Вон, черви все сожрали. Вот, это черви. А ну, давай рассмотрим поближе. Нихуя. Фу, это какие-то сушки. Смотри, какой у меня новогодний вынос уже. Вынос хаты, вынос хаты. Лутаем. Дими, да. Дими. Посмотри, куда? Для курочек какая благодать. Фу, блять. Это опарыши! Опарыши, реально. Это опарыши. Чувак, откуда? Это опарыши. Это же сладкое. Ух, как вкусно, надо попробовать опарышей. Откуда здесь опарыши, Дим? Фу, блядь. А тут мясное, оно же сладкое. Ну, получается, ребят, что... напишите в комментариях, едят ли опарыши сладкое. Они все вроде... едят. Все едят? Да. Охренеть. Я не знал. Я вот вообще не был в курсе вот этого. Ебать, у меня вынос хаты. Блять, ебать. Ты залутывайся. Чувак, смотри, перебираю хуету. Меньше матерись, пожалуйста. Кислота. Что это? А сыт? Я не хочу Дима, знать, два ведра это. Целых. Давай в них находки наберем, все сложим. Слышишь что? Меня? Складывай ценное сюда, зачем платы. Нам эти ведра? Вот, плату вот эту. Ведра целые, ноги будешь в них мыть. Фу, блять, ведра... Тут вообще черные пакеты, и в них вынос хаты, ребят. Тут, походу, техника. Да. Вот, что это такое? Строительные какие-то. Смотри. Смотри. А это что? Из металла? Это защита на руку, смотри. Да, да, да. Это защита для руки. А, это на ногу, думаешь? Да. Реально? Да я теперь этот, блядь, рыцарь. Я теперь рыцарь, сука. Да там нет в этом выноса. Не перерывай мне пакет, шатаешь. Уйди. Уйди. Дай я насладиться хочу. Вон еще защита ног. Кто-то очень любил ноги защищать. Дима, офигенные не трогай, а перчатки. Ты видел, какие там выносы? Нах... Офигенные перчатки. Топовые. После химозы какой-нибудь. Какой химозы, ты видел, Дим? Там какой-то кавер с что кислотой? Я положил в ведро. Бери их. Меня ни одна химия не возьмет, Дима. Так я и поверил. Смотри, это а. Что? Я ж тебе говорю, это рыцарское. Это фехтовальщика. Это рыцарское. Это фехтовальная защита. Я никогда защита. В жизни такое не ходил, не находил, ребят. Ебать. Я тебе рыцарь. Это рыцарское. Это фехтовальная сегодня защита. Сегодня рыцарский да. день. Цырынцин. Рынцин. Да. Я рынцель. Я рынцель, Диме. Фехтовальная защита старая. Охренеть. На. Ужас. В натуре. А что ужас? Ничего ужасного. Такой Дими. Вид у нее страшный. Тут вообще я не понимаю, это что за котях? Это что такое? Это зачем вообще? Что это? Там веревки внутри. Это миниатюра, кусок говна, и из него черви вылазят. Я не знаю, как это объяснить. Все, погнали, ребят, на следующую помоечку. Тут какой-то бибы набрали непонятный. Заводи! Поехали быстрее, пока конкуренты, блядь, сегодня разорвали. Дими! А уже конкуренты отсюда идут. А нядя, закрывай не дверь. Диня. А Димечка, Дима! А нядя, не Диня. А Димечка, Дима! Диня. Вон она. Вот я, нядя, Диме, кормилица. Ну, пропусти. Проезжай ты, он тебя пропускает. А я буду вставать прямо вот так наглую сюда. Вот. В помоечке. О, все. Ну-ка, что тут будет? Сука. Кальян. Где нет. мои новогодние подарочки? Вот, я ж тебе говорю. Маркеры какие-то, смотри.
Они еле пишут. Так, тут еще смотри. Смотри. Капюшончик. У меня вынос с хаты. Ну и повезло тебе. О, жесткий диск уничтоженный. Прикинь, разломали жесткий диск. А насколько он, даже непонятно. У меня вот кепочка. У меня тут пазлики. У меня тут, о, шапочка. Кстати, антисептик, гель антисептический. Руки обрабатывать. Вот как раз после помойки. Чтоб микробами не заразиться, я это с собой беру. Капец, украшения новогодние. Так это как раз елочку украсим у нас в гараже. Ребят, мишура новогодняя. Это просто то, что надо как раз. Кепочку, кстати, я вот эту одену, потому что мне волосы в глаза лезут. Я не могу ее одеть. Она маленькая. О! Как мне? Ребят, оцените на комментариях. Что? Там вроде песня. Ебать, тут вынос с хаты еще один. Та, ебать, шапочка. Ля, ебать. Так это ж, блядь, от унитазов. Это нам в туалет, ребят. Уличный туалет. Это в туалет я поставлю у нас в гаражах там. Чтоб срать было комфортно. Помоечка дарит комфорт на туалете. Тут, смотри, еще какие-то перчатки. Вот это вот ободок от унитаза и мишуру новогоднюю. Вообще сказка, ребят, находки топ. Дими! Открой ты, блядь, ебаную машину. Как, блядь, заебал, нахуй ты закрываешь? Так я закрываю еще в гаражах, чтобы ничего не украли. Так кто тут, что в твоем матизе воровать, объясни сап мне. Сап, усилок. Как? Да этот сап ты с помойки нашел. Не кто с его... помойки он. Откуда? Купленный он. А, соболезную. Мог бы и найти такой на помойке. Ебать, Дима, залутник. Там он пакеты не разорваны. Суки. Где мои... О! Во! О! Да, блядь, что такое? О! А это что? Что это такое? Ебать, какой тут Новый год. Посмотрите, ребят. Ах, как пахнет мандаринками. Фу, ебать, это что? Это ж памперс. Ну, кстати... Кольцо нашел, ребят. Ну, на палец колечко. Сердечко. Дима, проебал. Я не У нас их... такие по 10... Я не стал их брать, там они воняют настолько сильно. Ты принюхайся к баку. Они у нас продаются по 10 Но рублей. Они воняют. Ты забыл? Они воняют, чувак. Так не нюхай. Что... Там еще тогда... Дим, там, на второй. Они воняют. Дим, объясни, зачем ты их нюхаешь? Потому что от бака пахнет, и они потом лежат в салоне и воняют. Ты да твой матис уже он весь помойкой, проводит. Конечно, конечно, он проводит и помоечкой. Бля, где еще колготки? Я хочу закэшбэчиться. А я уже одни достал. Дима, тут кэшбэков просто пиздец. А запах там не просто пиздец. Тухляка или трупа. Я чувствую, что-то чувствую. Сейчас найду. Это что, Дим, за такое присыпки? Это ребят, что вот это такое? Какие-то опилки. Да Дед Мороз мне подготовил, блядь. Я ж не грызун, не буду это есть. Котяшки. Все, поехали дальше. О, мебель всякая. Набирай, Дим, вещичек. Нифига себе, ребят. Одноразочки. Чей-то запас одноразок. У тебя что? Вынос с хаты? Конкретный, подожди. Тут ничего нет. Одни коробки пустые. Давайте осмотрим одноразки. Кто-то выкинул свой запас одноразочек. А что, нифига себе, какие элитненькие. Прям все такие чистенькие, как на показ, ребят. Блин, мне кажется, тут это даже какая-то взрослая либо тетя, либо дядя выкинул. Потому что они все чистейшие, не зарыганные. Точно, скорее всего, их употребляла какая-то девушка, мне кажется. Офигеть, 3, 6, 7 одноразок. Которые у нас покупают по 50 рублей за штуку. 100, 200, 350 рублей, ребят, нашел. Обалденно. Шмотки. Шмотки. Тихо.
Ты слышал? Голубёк. Ух ты. Вон там курлыкал. Что такое? Он в баке курлыкал, голубиек. В баке курлыкал. Я тебе отвечаю, я слышал. В баке прямо? В баке, где-то тут курлыкал как будто. Может, мне послышалось, конечно. Но сейчас, может, найду тут голубьёка. Я вынос с хаты взял и тупо опрокинул вот тут. Сейчас буду собирать его по всему баку. Ебать! Лифчички. Ох, ебать. Большие. Дима. Что? Диме. Да. Смотри. Смотри. Охренеть, какой размерчик. Обалдеть, даже подходит. Диме. Отходи. Смотри, какой лифчичек. Теперь только так. Дим, не мусори, пожалуйста. Только там не залутать его иначе. Лифчики я набрал по 100 рублей на барахолке, продадим, тем более такой размер, ребят, всегда пользуется большим спросом у женщин. Прикинь, грудастых очень много на самом деле. Выстирать и продать, Арик. Что ты там нашел, нет. Золото? Нет. Полотенечки Диме, нам на тряпки в гараж. А чайничек. От... Чайничек. О! Вот это старая, вот это дорогая вещь. Только она уже, видишь, кем-то приклеена под была. Под стеллажки. Его, Дим, в принципе, можно продать рублей за 300-400. Простынь под стеллажечки. Давай это в тряпье заверни. Постеллажечки. Это все хуйня, вот эта вещь денег стоит. Это сахарница? Да, только одно но. У нее уже клеилось, это старый. China Blue. Это старый китайский фарфор. Фарфор, обалденно. Годов 80-х. Все, понял, денег берем. Денег она хорошо стоит. Хорошо. Рублей 400 уйдет. Дима по фарфору шарит, ребят. Ну, не то, что шарю, но знаю ценное. Что стоит, что не стоит. Так, думаю, мне надо что-то в плане фарфора нарулить, чтобы порадовался Диме. Ну, я тут уже подлутал чуть вынос. Так. Лифт, не знаю. Трусики женские. Купят его, не купят. Это жуткую штуку. Брать его или нахуй? А блок питания есть? Да там, в принципе, он купит. Уже браун, может быть. Ой. Блок питания найди. Блок питания его не было в выносе. Я вынос опрокинул в бак. Опа, подписчики что-то тут делают. Конкуренты, там ковер. Офигеть, какой коверчик. Да какой коверчик, там саквояж. Да нахуй мне твой саквояж, блядь, мне в гараж ковер, блядь. Вот, посмотри, ебать. Я... Ух. Он псиной воняет. Ты куда залез? Да пофиг вообще, что он собакой воняет. Кого? Я его все равно заберу. Он очень классный. Я обожаю такие вот шерстяные ковры. А зачем? А что ты тут делаешь? Кегу достает, въебать ее хочет. А что ты хочешь делать? Они все спущенные. Слышишь? А, ну вот это под давление. Ты так не балуйся, это можно контузию словить. Вы видели видео в интернете, как собака в контузии отлетела от кеги вот такой? Подожди, подожди, дай мне насладиться. Дима, я тоже хочу насладиться. Но ты у меня не даешь насладиться, поэтому и я не даю насладиться. Я тоже хочу насладиться, Я тоже Дима. Хочу. Вот, смотри, оригинальная Лего. Майбах после ДТП. В общем, лобового. Мне бы такое в реальной жизни. Ой. Дими, наслаждайся, я тебя не буду трогать. Давай наслаждайся. Не-не-не, сам наслаждайся. Подожди, там, да, я не долутал, наслаждайся. Да отъебись ты от меня, дай мне достать порыть. Пакет, который я не могу достать. Я сейчас его сам достану. Вот фикс прайс пакет. Я сейчас сам достану. Охренеть, смотри. Макарошки. Обалденные. Оставлю конкурентов. Пусть покушать тебя приготовят. Ладно. Поделюсь. Надо забирать то, что можно продать. О, еще макарошки. Сюда. Лего. Смотри. Охренеть. Охренеть. Помоечка вооружает. Диме, дай мне прицел. Все. Где там конкурент этот, падла? Отходи, отходи, Дим. Все, я выследил. Я сейчас чуть не замусорил сильно тут. Тут есть что спасать-то или нечего? Тут нечего брать даже в этом выносе. Ребенок все разломал. Хотя модели не дешевые были. У меня вынос, походу, с хаты.
Диме. Верю, он там должен быть. У меня быть. Мыльно-рыльного немножечко. Вот циновид какой-то. Шампунь от перхоти, Диме. Шампунь от перхоти. Обалденно. Помоечка спасает головы, не дарит им перхоть. Спасает, да, лечит перхоть помоечка, ребятушечки. На Новый год. Носочки, чулочка. Фу, там. Дим, ковер брать, который собакой нет. пахнет? Да, его накакали на него. Фу! Ладно, посвежее найдем, возьмем. А это что-то реально вонючий ковер, ребятки. Не хочу, чтобы в гараже собаками пахло. Поехали, Дим, хули ты сидишь? Так оператор еще не сел. Да пусть побежит за нами. Ничего страшного. Там конкуренты сейчас все разорвут. Вон кормилица, Дим. Да я вижу кормилицу. Там на Новый год, может, подарочков она нам даст. Ну, под да. елочку. Может вот. Быть и даст. О, пухто завален. Ой, Дими. Что это за кружки? Ремни. А, это тянутся ремни. Это можно сделать какой-то пояс или еще чего. Ой, это что такое? Ой, бля. От запчасти. От... Ай, о. О. Что-то. Проверю сейчас. Латунь нет. Нет, цинк ебучий. Дим, это бомжам оставим. Нет, цинк берем. Берем? Конечно. Тогда мы бомжи, берем цинк. Я, вообще я, ребят, цинк не одобряю, потому что его по цене металла берут. Нет, цинк принимают по цене алюминия. А сковородки мы берем. А, ну, кстати, да. Даже дороже алюминия вообще должен стоить. Алюминий, ребят, это то, что может дать колоссальную прибыль. Алюминий, латунь, медь. Все мы это собираем и сдаем. Вот эти фляжки, Диме, для воды. Ой. В гараж. Будешь воду в них набирать и привозить в гараж. Куда? Где набирать? У меня дома. Где? Да я недолго в гараже буду жить, не волнуйся. Я не переживаю. Просто я озабочусь о тебе, чтобы у тебя вода была всегда, чтобы ты мог ноги мыть. Мне в ванной надо мыться, в ванной, а не в гараже. Я буду приезжать в гости и мыться у тебя. Но ты же должен ноги мыть, чтобы они не воняли. Так это в ванной надо делать нормально. Ты будешь каждый день ко мне ездить? Через день. Как и ездил. В твоем случае на каждый день, Дим, чтобы ноги не воняли. Через день. Давай ты просто будешь в тазике ноги мыть. Я не хочу, мне это не зашла тема такая. Чувак, ебать, грибок нахуй, как грибок, ты лечить собрался? Грибок надо лечить, в квартире мыться 2-3 раза но в день. Ну ты же в гараже живешь пока что, поэтому... Поэтому я пока помоюсь просто в гостях, мне проще съездить. Я не люблю вот эти вот тазики. Привык к нормальной человеческой душевой кабине, либо ванной. Либо я не заелся, это элементарные правила гигиены. Ну, как бы надо мыть ноги тогда каждый день тебе. А для этого вода нужна. Я и говорю, бутылки давай возьмем, блядь. Они как мусор. Какой мусор? Они, в них будет вода. Чувак. И сможешь ноги мыть. Я в гости приеду раз в 2 дня и буду мыть ноги. Тебе каждый день, блядь, ноги надо выйти. Они воняют. Чтобы они не пиздец. Воняли, их надо мыть чуть ли не раз в 5 часов. Ну так мой, блядь. Ну, я в шлепетках хожу, дешевых, они воняют уже. Это бесполезно. Вторую закидывай. Вторую нет, одной хватит, все, не надо захламлять гараж. Сука, я забочусь о тебе, а спасибо. Ты Диме. Так, я не понял, а кто тут у нас роется? Это что за дядя? Конкурент какой-то, смотри, ля. Набрал на хода какой-то этот пакет. Капец, сухарь, тупо сухарь, пицца-сухарь. О. Там короб от сабвуфера. Где? Самодельный. И огнетушитель за баком. Большой? Большой, Дим. Это был отвлекающий маневр, чтобы заултать кормилицу у одного. На короб. Там на короб это и правда либо. Похоже, самодельный. Из ДСПшечки даже вроде проклеен. Да, Дим, топовый, забирай. Нет. Так, что у нас тут? О. Это хотя на самом деле он сделан топово. О, бананчики новые. Бананчики новые. Не-не. Ребят, напишите в комментариях, какие подарки вы купили для своих родителей. Вот очень интересно. Для своих близких родителей. Что вы им
подарили на Новый год. А я пока вот ищу себе подарки. Ну, нашел шапочку, кстати, Снегурочки. О, вот такая шапочка, ништяк. Возьму. А зачем Дима завандалил кора под сабвуфера, блядь? Он бы мог достаться другому. Он взял и, блин, ни себе, ни людям. Дим, а зачем ты корпус разломал? Он, во-первых, сгнивший, он простекшийся. Ну, как бы он уже не держался нормально. Его чуть-чуть уронило, он развалился. Потом я его ногой уже пнул. Мог бы оставить, кто-то бы его использовал бы. А так ни себе, ни людям. Ни себе, ни конкурентам. Понял. Что ты слюни-то опускаешь? Я не пустил ни капли слюны. Точно? Точно. Нифига, Дим, давай быстрее подъезжай, тут помоечка. Ой-ой, да ты шо? А. Я не имел в виду именно так. Нифига себе. Но, как сказал, так подъехал. Нифига себе, это что такое тут за колбаса? Да что такое? Капец, оно тяжелое. Дим. Это тряпища вроде. Это какая-то колбаска. Это набивка, короче, для подушки. А из тряпья делается. Это колбаска новогодняя, мужская. Да, это набивочка из тряпья. Не, ну такие набивочки, ребят, мы точно не продадим. Вот тут эти колбасы со шмотками. А прикинь, слышь, а прикинь, их вместо топливного брикета использовать. Не, какие тряпки тлеют и воняют. Дим, не надо. Сколько оно весит. Дим, не надо. Лобовое стекло от машины. А, реально тряпье в натуре. О, Дим, что? Новогодние елочки. Убирайся. Оп. Ребят, реально веточки, елочки. Блин, ну у нас елка уже в гараже есть, но помоечка дарит новогоднее настроение. Поехали, Дим, на загородные кормилицы. Поехали на загородные кормилицы. О, кстати, а вот это бабушки на рынке купят. Это прищепка, чтобы тряпки доставать со стиралки. Ну, олды знают, что это. Даже я не Щипчики знал. Щипчики для бровей, Дим. Щипчики для бровей. Капец тут дороги, ребят. Подъезжаем к загородной помоечке. Вот она. Стоит вся, сочится. Там, может, вынос хаты нас ждет космический. Там провода медные вроде бы. Ой, я в предвкушении. Я в огромном предвкушении. А, автозапчасти старые. Вот. Давай, Дима, разрывай. А, нет. Там, может, для Матиза что-то найдешь. Это канализационные какие-то запчасти. Ищи для Матиза там запчасти. Тьфу-тьфу-тьфу, пока не сломался Матиз. Ничто не вечно, Дим. О, Колумбия. Смотри, а у меня что? Колумбия куртка. Смотри, бомж носил. Прикинь. Вся зарыганная, смотри. Прикинь, новый мерседесовский поддон. Что? Мерседесовский. Ну, коробка от Mercedes-Benz, коробка, и тут поддон, кажись. Держи. От коробки лечь. Ребят, made in Germany, смотри. Mercedes. Это поддон под двигатель. Mercedes-Benz, под коробку, вот, наверное. Либо под коробку. Так оно, смотри, все целое. Ну, продать его. Чувак, его за 5000 продать. Вот это вот. Клади его. Вот эта помоечка дала. Вот это дала. 1005, наверное, можно продать. Я посмотрю. Смотри, даже на коробке написано. От чего? Mercedes-Benz Original. Ну, это оригинальная запчасть. Конечно, это ориг. Охренеть. Ребят, кто автомобилист, разбирается, что это такое мы нашли? Чтобы нам понять, как это продавать и что писать в объявлении на Авито. А, чьи, блядь. Да хватит, Дим, да, болеть уже. Да потому что ночью печка остывает, а я в футболке спал. Тут пластиковые двери. Прикинь, чехлы на авто. За баком спрятали, прикинь, спрятали. Нормально, а чехлы плохие или хорошие? Прикинь. Так, ой, блянь. С сервиса какого-то выброс. По-любому. Дворники тут всякие. Дим, что? На Матиз не подойдет? Нет. Проверь посадочный. Да может и подойдет. Я хз. Как они? Наверное, нет. Я не разбираюсь в этом. Вряд ли. Дровишка нам, буржуечку. А куда нам привезли дров? Еще будут. Дрова берем. Ну. Это нифига себе она какая. Вон. Толстая, блин. Гореть будет хорошо. Дим, вон помойка рядом, погнали туда. Пани кормились, Дима, принципиален. Да.
А, хотя их переделали уже, все. Лутать их стало гораздо удобней. Фу, чуть-чуть прокисла еда, блин, думал похавать. Не, даже собаки, если поедят вот это, продрещутся. Алло, подожди, я сейчас занят, я на помойках. Как у меня галят. В гараже. Дед Мороз не хочет радовать. Дима с кем-то по телефону общается. А, фильтрбокс 500 рублей в сборе. Дима что-то продает, что-то на деловом. 500 рублей в сборе, бизнес, в хорошем бизнес. Состоянии. Ну, конечно. Не зачем мне половинку продавать. Целиком могу. Давай за 400 целиком. Ну, и там, если я найду, я тебе как найду, позвоню его, давай. Ой, ну все. Через час где-то, полтора-два. Возможно, вы нас хаты... А, тут просто женская маечка. Носки и все. Да что такое? О, 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 о. А, шкурки от картошки. Бля, я так хочу найти себе подарок на Новый год. А Дед Мороз меня не хочет слышать. Подъезжаем по моечке на торговом центре Московский. В надежде сытно пообедать и накрыть новогодний стол. Ой, там уже жизнь процветает. Там уже наши друзья, конкуренты обитают. Дими. Что, одеваем перчаточки, идем в гости. Одеваем перчаточки, ой, да. Там бичики. Бичики. Конкурентики. Здравствуйте, мужчины. Да. Как по помоечкам там? Плане а, ты тут уже на районе? Покушать. Подлетай на Московский и к помойке. Быстро. И ключи бери от гаража у меня. Ебать, тут шляпы. Ебать. Это мне на дачу, ебать. Ебать, на оригинальные шляпетки Nike. Это не Арик, ты что, ебанутый, ты... это паль ебаная. Вон, я по корпусу вижу. Бирку. Да похуй, бирки эти, вон, смотри, сплав какой хуйни. Да нет. Это рынок ебаный. По качеству. Да какое, где там качество, хуйня? Вон тут брюки у меня, шляпы всякие. На даче мне шляпки. Ну что ты встал, ебаный сейчас рот? Сейчас я хочу разорвать. Дров набирай, вон, стой. Вон, где? Ломай вот эту хуйню на дрова. Ай-яй! Ломай на дрова, Дим. Ой, сейчас. Отойди. Ебать, у меня тут M&M's. 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 У меня M&M's. Ебать жопа. Бля, какая жопа. M&M's. Это жопа на M&M's. M&M's. О, ремень уебаный. M&M's. M&M's. Что там такое? Это в жопу я вставил, и когда достаю, вот такой бы звук был бы. Да, Дим? Дим. Что? Знаешь, что вот это за звук, Дим? Понял, понял. И я представил. Да хуй нам кто даст. Звук вытаскивающий. Хуй нам кто даст. Это звук вытаскивающий. Я говорю, Дим, хуй нам кто даст. Дим. Я тебе говорю, хуй нам кто даст, ты женщин. Мы в помойках роемся, блядь. Не даст нам никто. Ты дрова запаковал? Запаковал. Ты проебал одну дровину. Ты вот. Хуй на нее класть, а вот это что такое? Какой хуй класть? Подожди, тут еще дрова есть. На растопочку. А умывальник за 500 продать? Тяжело, продавал, долго висят. Но продаются. Нахуй их вешать, что они если висеть будут, конечно, не продадутся. Смотри, он люксовый вообще. Дим, вот люксовый умывальник вообще. Целка состояние. Охуенный. А, не, нихуя, он трещина. Там трещина, все, это пиздец. Блять, да я, может, и продал бы его нахуй за 1000. Тут пизда нахуй, ему трещина. Вот это интересно. Это... Что там ты нашел? Вынос. Опа.
Так это на меня, это мне на дачу. Это мой размер по-любому. А не мой ли он там? Нет. А, твой реально. Это 45-й? А, нет, 45-й, да. О, так это мой. Ля, мне буцики на дачу. А ну. А так чё... они даже грибами не пахнут. Грибами? Смотри, идеальные. А тряпьё, смотри, какой. Офигеть. Тряпьё, дрянь. Соломон, это бренд Соломон. А такое тебе не устроит на дачу? О, да и такие надо. Тоже рабочие. Прошитые, тоже на дачу. Бери нахуй, пока выкидывают. Офигеть, кожаные. Да, это мне тоже на дачу ходить. Кто тут мутацию еще не умеет? Так слышишь, это, если б я первый дошел бы да сюда. Да тут выносы я... постоянно в этом месте. Это я так, кто-то выкинул зачем-то новую. Это что такое? Кого новую? Зеркало? Так это зеркало мне на дачу новое. Новое. Это вешается, да? А, их там два, это в шкаф. Не, такое не надо мне. А вот сама мебель вот эта. Не, это на дрова. Кстати, берем? Да никуда у тебя места есть. Нет. Потом отдельно, отдельным да, отдельно заездом надо. Поедем Соло. Дрова собирать, Дим. Ну да. Ну буцики, ребят, помоечка обувает просто шикарно. Ох. Вообще. Подожди, я очень тут рад. Спрятался какой-то как пакет. Как раз большой. На дачу увезу, буду там ходить по снегу, вообще топ. Осенью грязь месить, вот. О, это 47-й размер твой, кстати. Не, у меня не 47-й, не пугайте. Если б у меня так был 47-й... 46-й. Ну может это маломерки, Дим. Вон, кто-то женщину уже долбит. Слышишь, какие звуки? Да. А ты? Дрочит левая рука, дрочит правая рука. Нихуя себе. А ну еще давай. Все, ребят, сейчас все помойки наши вздерем. Погнали. Офигеть, УАЗик какой. Да все, остановись. Ребят, вот это мечта, вот такое бы аппаратуру мне на дачу взять. За дровами ездить, ебать. Ну салон там, конечно, пиздец, но зато оно ж полноприводное. Блядь. Дим, по помоечкам ездили б на таком? На такой, да. А смотри, какая кабина там. Блядь, нифига себе. Он закапитален, но колхозно. Все там выкрашено вообще шикарный, в кисточке. Смотри. Так а как это? Это с кисточки и красят только так. Да, ну ебать, это тема. Пошли помойку брать. Да, ебать, у него база короткая. Шланг какой-то. У тебя шланг есть, Дим? Где? Ну где-то, я не знаю. Шланг есть. Надо тебе в мази из зеркала? Я ж его увидел, я его не стал даже брать. Да что тут все нищее такое? Нищие, потому что сейчас день, люди плохо выкидывают. Бля, слышь, я один заметил, смотри. Наушник примагнитился. Так это топ-находка, чувак. Запаяем, починим. Будем пользоваться. Док-станцию докупим отдельно. Аккумчик какой маленький, смотри. Аккумулятор снимаем, надо его зарядить, понял? И сюда еще докупить вот эту сеточку, ну. С других, может, наушников снять. Восстановить. Снимал бы реставрации, на. Хули ты это, тупишь? Вот это я контент хотел, на я миллиард. Это миллиард, только заеб настолько капитальный. Ну, это очень сложно. Просмотров много. Даже ты б за такое не взялся. Да потому что я не умею чинить вот эту хуйню. Смотри, это где мне сеточку вот эту брать? Вот сюда, контакты устанавливать. Вот. А док-станцию где брать? Объясни мне, блядь. Нахуй ты сломал? Ты чё коротишь? Оно сейчас загорится. Ничего страшного. Он маленький, какой он загорится, нахуй. А чё это, кто у тебя там скулит в машине? Ремень, этот, генератора скулит. Вот, то скулит. Так он плачет, как будто. Конечно, вода попала на него. Так на улице ж дождя нет. Так вода попадает, ты в лужу заезжаешь чуть-чуть даже. Она попадает на ремень вода. Поворачивай. Да вот поворачиваю я. Вот. Слева вставай полотничком к бакам. А что это такое? Смотри, какую Дима Африку нашел. Охренеть. Это Сахара, Африка. Тут и львы, и слоны.
А вообще это от Икеи, вот этого дешевого стола поверхность, это кто-то закастомизировал так красиво, охренеть. Вот люди, да, умеют, делают, могут. Дим, а что вот это такое? Дим. Тюнинг. Тюнинг? Понял. Вот это тоже? Да. А что это за тюнинг у тебя на антенне? Это стайлинг. Да, Дим? Типа того. Во-во-во, вот так, да-да, все-все-все, чтоб объехали. Ох, ебать, я пернул. Вот опять цветы для дамы, чтоб засандалил ты у тебя было. Бери, подаришь, заебал ты нахуй. Да пока некому дарить. Да как была ж у тебя, ты пропердоливал в гараже, вот ей подари. Уже Саша. Нету ее. Как нету? Она тебя в ЧС кинула? Да я думаю, у нее уже есть ебарь. А. Ебать, это грустно. Мужики, желаю, чтобы у вас девушки всегда были с вами, всегда. Как у Димы, чтобы не было такой хуйни. А то он засандалил одной, а уже потом весь делах был, в работе, бизнес, эклизмос и все. Говорит, уже ебарь у нее есть. Ладно. Эх, раньше находки были. Раньше было. Раньше и УАЗ Патриот стоил 200 тысяч, а сейчас 600 минимум. А буханка сейчас, лям 600 стоит новая. А раньше-то 600 тысяч максимум в люкс-комплектации. Так дожились, блядь. А Матису-то я, Дима, взял за 75 тысяч, а сейчас вот эта хуйня стоит уже минимум 140. Вот так вот. Вот хоть хорошо купил. Когда починишь крыло вот это? Да могу его хоть сейчас починить. Так чини, ебать. И продай за 140, и купи нормальную машину. Куплю. Ты выбирать будешь. Хорошо. Только на ходу, не с убитым двигателем. На ходу возьмем тебе. Как минимум универсал. Конечно. Все, поехали. Вот помоечка наша. Наша цель за забором, Дмитрий. Паркуйте автомобиль. Давай, Дмитрий, я вижу там креветочки. Тут уже голубёки. Лобстеры. Вон лобстеры, креветочки, лобстеры. Лобстеры. А, нет, это тухлые пирожочки. Смотри, тухлые пирожочечки, вот. Ну это оставим, блядь. Так, не кашляй сюда в бак. Ой, блядь, сука. Где все вынос из хаты? Где Диме? А нихуя, там мыши все погрызли. Ух, ебать! Ебать! Вот. Ебать! Они надкусанные. А? Они надкусанные. Да похуй. Болеть не заебалось? Не, вроде хорошенький. Это оно, Дима. Это оно, это кишечный грипп. Там еще есть крылышко. Будешь? Желудок дурак. Там подожди, соус кисло-сладенький, остренький. О! Ебать, сказка. Дим, обожаю KFC. Самая лучшая там еда. Подожди, а там KFC? KFC. А ты в курсе, что KFC закрылись вообще? Сейчас они по-другому называются. Ростикс. Я тебе без прикола говорю. Да мне похуй. Да ты хуйню мне не загоняй. Нет. Аппетит мне хочешь перебить, скажи мне, блядь. Нет. От зависти это все. Эх, если бы. Через полчаса, блядь, что-то желудок крутит. Да похуй мне, я хоть похаваю сладко. У хули ты стоишь, пиздуй, разрывай помойку. Тут голяк, у меня перекус. Тут нищие выносы, нищие тут. У меня перекус пока, ебаный ты шакал. Тут нищее все, видно это, нищее. Какой нахуй? Нищ. Сам ты нищий. Новый год закончился. Разрывай глубже, заныривай. Тюбичек рыльно-мыльного. А это не купят, во. Неужели у людей денег нету, чтоб технику выкидывать? Хотя бы утюги, хотя бы чайники.
Да ты губу закатал, нихуя себе, чайник захотел на халяву. Нюхать залупу. Тюбичек, что не забрал? Да тюбик этот не купят. Я посмотрел, что там находится. Все, о, у меня еще одно клювышко, ебать. Да. Ебать, красоточки, слышишь? Слышишь, у тебя, кажется, начинается опять. Я потянула на старух опять. Ну а что? Мне нравятся зрелые. Вареник зрелый. Ну. Разбухшие уже. Так в том-то и дело, что она и пирожков наготовит. И пирожок подаст. Ну. Бля, чем рот вытереть, ёбаный рот, бля. Прикинь, кто-то достал. Табаки вывезли, сука. Да нихуя, вот полный бак. Да не, опять хуйня. О, монитор, монитор. Монитор? О, наконец-то, ебать. Здесь? Смотри, какой. Думаю, кстати, даже целый. Да, а подставка есть? Есть. Обалдеть, это джекпот. Дай посмотрю. Вот и подставка. Дай посмотрю. Монитор какой. Говорите, лутаться не умею. Но ведь монитор с DVI-ем уже. Капец, Acer. С подставочкой. Вообще, может даже рабочий. У вас ОМ, они всегда все рабочие. Я уже старый. Но он такой, не самый хуёвый. Ну да, им еще можно пользоваться, играть. Так он Full HD вроде как бы. Full HD это, да. Вот это топовая кормилица. Это просто комната для лутания. Димочка, заезжай прям туда. Прям потом туда? Потом развернешься, да, здесь. Там уже для компакт-дисков стойка. Ля, тут смотри выносы. О, это что? Вот стойка для компакт-дисков. Нифига себе, ребят. У кого такие стойки были, напишите в комментариях. Да на ней играть можно. Я сейчас на ней сыграю. Есть! Первая находка на сегодня. Что там? Хорошенькая. Да, алюминий добротный. Смотри, тут еще ручка съемная. О, ля. Съемная так... ручка. Да ее продать можно? Не-не-не, я ее сдам. Можно? Куда сдашь? Полицию. На алюминий? Да. Да как ты посмеешь ее продать? Ее продать я привожу сковородки на рынок. Бабки торгуются. А за 50 рублей отдашь? Так вот смотри, колготки еще нашел. За 20 мы продадим. Я ими вытру? Ну, колготки пойдут за двадцаточку. Так выкидывай, там же уже нету. Колготочки, сковородочки, вообще песня. Дима, блядь, да ебаный блядь. Подожди, давай отпили. Раздуплись, помойки, вот они. Там... Раздуплись. Когда горло болит, тебе не прикольно и не весело. Я уже 2 недели болею. О, мандариночки, ебать, там фруктики. А, подгнившая чуть, ну вообще это не проблема. Да нет, тут. Опа. Тяжелое такое. А, дрова какие-то, ебать. Хуйня. Ой, кто-то. Смотри, очко. Кому-то в жопу это пробилось. Кстати, да. Вот эта трубка я внутри тебя... в жопу пробилась. Так вот. Вот я... это вот штанга в жопу кому-то вошла, сквозное отверстие. Да. Чел, да в натуре ебать. Да по-любому в натуре. Вот эту спинку мне на Урал установим. В коляску, в мотоцикл. Вот фоточка моего благодатного Урала мужского. Я туда вот эту спиночку в Урал установлю в коляску, чтобы спине было удобно. Была а бы сидушка у, нас у меня там хорошая. Была бы у нас бензопила. Сейчас вот дрова лежат. Да это не дрова, а фигня. Это плохие дрова. Вон Диме спинку. Все, падаем, едем. Бля, была бы у тебя машина больше, мы бы уже дров столько набрали. Куплю машину больше, когда будет такая возможность. Я купил машину по бюджету своему. Да у тебя канал на Ютубе есть, сука. Че ты не стримишь, дебил? Видосы я снимаю, а не стримишь. Где ты снимаешь? Снял видосы, только их надо, чтобы смонтировали.
Дедушку так монтируй заплатить. Сам, охуел вообще от жизни. Сам монтируй. Ну, тогда я лутаться не буду ничего делать, потому что я долго очень монтирую. Часов 10-12 могу монтировать. Учись, руку набивай. Я поначалу сам монтирую. Проще заплатить. У тебя не готовый. Тот уровень, чтоб монтажера оплачивать. Есть уже уровень, я рекламы, даже, уровень, я рекламы даже готовы закупать. Я ебаный бич, я просрал бабки, да, мопеды. Лучше б на тёлок бы просрал. Фу, блядь. Нахуй оно надо. Если б я бабки... Фу, блядь, ебать ты натурал. Я натурал, но бабки просирать нахуй не собираюсь. А чё ты так реагируешь на женщин? Хорошо, фу, я реагирую, но деньги тратить на них не собираюсь. Цветы хотя бы купил бы? Цветы купил бы. А шоколадку? Ну, допустим, айфон и всё остальное никогда бы. То есть, должна баба будет... сама добиваться этого. То есть, если у тебя будет девушка, ты ей ничего не будешь покупать. Правильно? В пределах разумного буду. То есть айфон купить нет, это неразумно? Нет, это неразумно. Айфон, она должна сама на него заработать. Ребята, это очень легендарная помойка. На этой помойке мы нашли вот эту Димину куртку. И это было примерно 3 недели назад. Дим, что? Покажи куртку, что с ней стало за 3 недели, вот Дима ее чуть-чуть носит. Чуть-чуть зарыгалась. Она была, помните, новая? Я ее зарыгал, я на ней на мопеде катался, на машине болты крутил, по помойкам лазил. Ебать тут шляпеток! Что? Вынос. Ой, вынос хаты со шлепками. Со шляпеткой. Шлепочка берем. Это шляпетки. Тихо. Подушечку берем. Ой, тут вынос хаты. Ой-ой-ой. Мышок. Ебать, кожаный ремень. Сука. Блять, ты дебил, ты сейчас порвешь. Бери, ебаный ты дебил. Подушку. Подушку? Подушку бери. Ебать! Ебать, крышка от сковородки. Ебать, складывай куда-нибудь, дебил. Он пырик. Быстрее, блядь. На, складывай, ебаный ты дебил, блядь. Ебать, это замороженные пакеты. Антизамерзайки, пакеты, термопакеты. А куда ты, сука, лезешь, блядь? Что, мешок бери. Бери мешок под мусор. Бери под мусор мешок. Веревка, смотри мне на дачу. Ебать. Смотри, для белья веревка, для белья, для шмоток. Шмотки суши. На, веревку складывай, бля, я лучше в карман уберу. Смотри, что у меня тут лежит. Пропадет потом. Ой, ебать, да ну нахуй. Что это? Ты, я знаю, что это такое, это топовая вещь. А что это такое? А где переходник? О, переходник есть. Ай, это Bluetooth, USB. Это Bluetooth адаптер для машины. Для этой системы. Только надо проводить. Он новый, смотри. Да, только проводник а надо найти. А это же от магнитолы подключается. Это универсальная штука. А ну, смотрите, ребят, вот такая тема. Вату. Он дорого стоит, кстати, очень. Вот столько стоит. Он 1000-3-4 стоит, кстати. Подожди, тут проводня должна быть, маленькие провода. Вот пружина туда подойдет. Нет. Подушку, наверное, брать не будем. О, а тут что? Ну пиздец. Как... Все, голяк, блядь. Оперативный захват кормилицы. А тут сраные бумажки. Сраные бумаги. О! Тряпье. Тряпки? Нихуя себе, блядь. Да это хуйня, у меня вон сладости. Смотри, конфетки. Какая тряпка пиздатая. Ого! Стилевая. Штаны Гурбакс. Бренд Гурбакс. У меня пакет, ребят, сладостей. Сладенькая помойка. Ну, чекайте. Чуть-чуть печенье, одна конфетка, пряничек. Блять. Ебать, ну, а вот это бренд. Хорошо. А? Бренды. Какие? Лакоста, например. Вот покажи. Арик. Лакоста-то это паль ебучая. Ты че, да какой нет, Арик? Это Арик? Это косорылая бирка он. Это паль. Паль? Паль, конечно. Ну, похуй. Берем все равно, да, в принципе, похуй. Нифига у тебя стиль, Дима. А у меня он тоже какой-то пакет. Шерстяные шмотки здесь. Дим, шерстяные шмотки. Вот, смотри, пальтишечка. Сейчас карманы на На наличие кэшбэка проверим карманы, но нихуя нет, это драное пальто. Пусть конкуренты забирают вот эту хуйню. О, смотри, секретные пожитки, запас тряпок. Да тут какая-то хуета.
Не-не-не, там драные трусы, вон, смотри. Смотри. Дим, смотри, какие трусики тебе нашел. А что это с ними произошло? У кого-то очко просто разорвалось. Самое время попробовать вот этот пряничек. Там, ебать, охуенный. Нет, пряничек охуенный. Там еще конфетки. Ебать. Ну все, поехали. Легкий перекус, дорожечку на пасашок.